Перед началом шестого раунда было 10 победителей, однако двое отвалились, и теперь их осталось 8. Я даже могу пересчитать их по пальцам. Среди этой восьмерки была проведена мини-игра, по итогу которой 3 игрока покинут этот проект. Суть мини-игры была в том, что я заранее заготовил 8 ячеек с номерами, под каждой из которой мог оказаться как проход в шестой раунд, так и завершение игр. Эта мини-игра была на удачу. Однако те игроки, кто закончил пятый раунд первым, имели право выбрать ячейку первым. Если игрок был пятым по скорости выполнения, то его очередь была соответственно пятым. Повезло ли тем, кто был первым, в том, что они могли выбрать ячейку первее, я бы не сказал. До начала отбора опоздал игрок под номером 139 и досрочно покинул проект, оставив тем самым не 3 ячейки на вылет, а всего лишь 2. Первым убирал ячейку игрок под номером 10, и из 7 ячеек он попал ровно в ту, где был один красный крест. Далее настало напряжение, 3 участника подряд выбирали ячейку с проходом в 6 раунд. И вот он, момент истины. Игрок под номером 121 также выбрал ячейку, в которой был скрыт красный крест. По итогу проект покидают номера 10, 121 и 139. Им не повезло, и они выбрали в них ликвидацию с проекта. В шестой раунд прошло только 5 человек, а общий банк игр перед шестым раундом пополнился на 495 рублей и теперь составляет 15 510 рублей. Реакции игроков можно позавидовать, ведь на своем пути они повергли 187 игроков. Однако в этом раунде для них все станет еще хуже. Как вы уже могли заметить, задание любой сложности могло быть как в первом раунде, так и в последнем. Выжившая пятерка. Вас ждет наипростейшее детское задание, от которого не требуется ничего сверхъестественного. Вам нужно завалить дракона, пролетающего над крепостью Империи. Видеоотчет от вас требуется по примеру в этом видео. Вы должны начать съемку видео с кадра, где вы начинаете бить дракона. После того, как вы убили дракона и он падает, пишем в чат Альянса: номер такой-то выполнил шестое задание игр МТ. На этом запись видео можно выключить. После этого сразу отсылайте отчет в группе телеги с заданиями. Нахер все формальности, ставь лайк под видео, пиши комментарий, за кого из игроков ты болеешь. Ведь в седьмой раунд игр, где вас ждет самое интересное зрелище, пройдет только 2 человека. Кто выполнит его первым, без ошибок. А вот теперь я говорю: фас, бегите, грызите, уничтожайте, ибо седьмой раунд первого сезона станет финальным.